стою это я раз на стреме, держуся за ногами, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. А он говорит мне тихо, куда бы нам пойти, где можно было бы выпить и время провести. И чтоб там были девочки, и было бы там вино, а сколько это стоит, мне это все равно. А я ему отвечаю, последнюю вчера подполенную малину накрыли мусора. А он говорит, в Марселе такие кабаки, такие там бордели и такие коньяки. Там девочки танцуют голые, а дамы в соболях. Лакей там носит вина, а урки носят фраг. Он предлагал мне деньги и жемчуга стакан, чтоб я ему разведал советского завода план. И вот уж вся малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет. Мы били того супчика, отняли чемодан, забрали деньги, франки и жемчуга стакан. Потом его мы сдали властям НКВД. С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Меня благодарили власти, жал руку прокурор, а после засадили под усиленный надзор. А после засадили под усиленный надзор. С тех пор имею, братцы, одну я в жизни цель. Эх, как бы мне добраться в эту самую Марсель, где девочки танцуют голые, а дамы в соболях, лакеи носят вина, а урки носят фраг.